А теперь давайте поговорим еще глубже, еще подробнее о диагнозе сердца, о состоянии сердца. Очень важно поговорить о диагнозе. Если человек болеет, если тело наше болеет, мы приходим к врачу, и прежде чем начать вас лечить, врач должен правильно поставить диагноз. Для этого нужно пройти обследование, сдать анализы, чтобы понять, в чем причина. Не просто лечить симптомы, но найти причину этой болезни. То же самое относится и к нашей духовной жизни. В духовной жизни это чрезвычайно важно. Понять, в чем источник наших проблем. Почему мы ведем себя именно так, поступаем именно так. Да, конечно, можно пойти, например, на занятия по управлению гневом, научиться преодолевать гнев, научиться преодолевать наркотическую зависимость и так далее. Но все это только симптомы. А какова причина? Почему мы сердимся? Почему мы проявляем жадность? Почему мы ревнивы? Почему мы проявляем супружескую неверность? Ответ на это дает Христос. Он ставит диагноз человеческому сердцу. Он проникает в самую суть. И главный библейский фрагмент в связи с этим — Евангелие от Марка, 7 глава. И сегодня, когда вы будете смотреть эту видеопрезентацию, когда вы будете слушать эту лекцию, откройте в Библии Евангелие от Марка, 7 глава. Я перескажу текст своими словами. Иисус со своими учениками встречается с фарисеями, и фарисеи обращают внимание на то, что ученики Иисуса Христа не омывают руки перед едой. А для фарисеев церемониальное очищение очень важно. И вот они обращаются к Иисусу и говорят: «Очень странно, почему твои ученики не омывают руки перед едой?» Иисус обращается к ним и говорит: «Слушайте, прав был пророк Исаия, вы поклоняетесь мне устами, а сердца ваши далеки от меня. Вас беспокоит внешнее, внешние проявления. Меня волнует внутреннее, сама суть. Меня волнует ваше сердце». Иисус беседует с ними, Иисус говорит с ними о сердце. А затем Иисус призывает весь народ и говорит: «Слушайте меня, все, и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Потом он оставляет слушателей, входит в дом, и ученики спрашивают его об этой притче. И он говорит ученикам: «Неужели и вы не понимаете?» И знаете, я могу сказать вместе с учениками: «Нет, не понимаю. Я много лет этого не понимал. И я уверен, что и многие из вас этого не понимают». Поэтому Иисус расшифровывает, объясняет, истолковывает притчу. И говорит: «Неужели вы не понимаете, что ничто, входящее в человека извне, не оскверняет его, потому что попадает не в сердце, а в желудок, и выходит из тела». А дальше Иисус говорит: «Исходящее из человека оскверняет человека». Смотрите дальше. Это очень важные стихи, 21 и 22 стихи. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходит». Что? Христос все это перечисляет. 13 пунктов у него в этом списке. Список этот неисчерпывающий. Это примеры того, что исходит из человеческого сердца. Исходят злые помыслы, злые привычки, злые пристрастия. Все это перечислено здесь. Их 13. Я уже сказал о том, что этот список неисчерпывающий. Это примеры. Примеры того, что исходит из человеческого сердца. Я внимательно проанализировал этот список. Эти 13 пунктов, 13 элементов, некоторые из них, мы бы с вами сказали, это страшные грехи. Да, это действительно страшные грехи. Про другие мы бы сказали: «А что в этом такого страшного?» Нет, Иисус говорит о том, что все это страшно, и все это исходит из одного и того же сердца.
Я бы хотел разбить эти 13 пунктов на несколько групп. Во-первых, это греховные чувства, греховные ощущения. Это то, что у нас внутри. Это то, чего не видят окружающие, но все это исходит из нашего сердца. 7 таких ощущений перечисляет Христос. Злые помышления. Откуда происходят злые помышления? Не из разума. Я уверен, что у вас были злые помышления. У меня тоже были. Я иногда думаю, откуда вот эта мысль? Откуда она, в принципе, ко мне пришла? Она отвратительная. Она мерзкая. Но никак не из моего разума. Она появилась из сердца. Она зарождается в сердце, а не в разуме. Второе качество, которое называет Христос, — лихоимство или жадность. Жадность — это недовольство тем, что у нас уже есть. Когда мы хотим все больше и больше, я знаю людей, которыми буквально управляет жадность. Откуда она происходит? Кто-то скажет, да вот они были бедные в детстве, у них было тяжелое детство, а теперь они... Нет. Жадность происходит из сердца, говорит Христос. Дальше, злоба. Что такое злоба? В данном случае это стремление уязвить людей, причинить им боль физическую, духовную, причинить действиями, словами, всем что угодно. Дальше, коварство или обман. Да, действительно, обман, как обманка, наживка. Когда мы берем человека на обман, берем человека на наживку, искажаем реальность, искажаем факты так, чтобы заставить его на основе неверной информации принимать нужные нам решения. Дальше, непотребство. В данном случае это противостояние всякому ограничению, всякой власти, непотребство. Дальше, завистливое око. Когда мы хотим получить то, что есть у других, их машину, их дом, их успех, их счастье. Откуда все это? Из сердца. Богохульство. Гордость. Гордость, гордыня. Когда мы пытаемся сказать, что мы выше других, мы лучше других, мы лучше всех, мы сравниваем себя с другими людьми. Почему? Да потому что сердце наше так расположено. Вот все это внутренние проявления, внутренние ощущения. Люди их не видят, но Бог ведь смотрит не на внешность, а на сердце. Поэтому Он, конечно, знает, если у вас есть жадность, или ревность, или зависть. Люди не знают, но Бог знает. А дальше греховные дела, греховные проявления. Вот это внешнее, это человек видит. Распущенность, половая распущенность. Слово на греческом языке «порнеа». От этого слова происходит английская «порнография». Но на самом деле в данном случае речь идет практически о любом проявлении половой распущенности. Это широкий термин. Это не только увлечение порнографией, но любое преступление, основанное на половой распущенности. Любой грех на половой распущенности. Дальше. Воровство, кража. Почему человек крадет? Да потому что в сердце у него такое желание. Убийство. Когда человек отнимает жизнь другого человека. Прелюбодеяние, половая связь вне брака. Оскорбление против человека или против Бога. Понимаете, словами можно оскорбить человека, словами можно обидеть человека, но бывают и богохульные слова, направленные против самого Бога. То, что вы говорите, показывает состояние вашего сердца. Когда человек клевещет, когда человек оскорбляет, это показывает, что в сердце у него что-то серьезно не так. Дальше Христос упоминает безумство. Когда поведение человека, слова человека абсолютно бессмысленны. Смотрите, если в сердце что-то не так, то все не так. Но не обязательно все эти проявления будут проявляться. Может быть, только некоторые. Может быть, какие-то другие, которых в этом списке нет. Я уже говорил о том, что это неисчерпывающий список. Но если в сердце проблема, то проблемы будут и в поведении. Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих, говорится о скверне духа и скверне плоти. Существует скверна плоти,
существует скверна духа или грехи нашего человеческого духа, но все они происходят из нашего сердца. Если вы хотите победить этот грех, если хотите одержать победу, то сначала нужно одержать победу в битве за сердце. Порой мы начинаем бороться с одним плохим поведением, с одной проблемой, и возникает другая. Нос вытащишь, хвост увязнет. Знаете, почему это происходит? Потому что мы пренебрегаем сердцем. Если обратить внимание на сердце, вот тогда у нас действительно есть возможность обрести ту свободу, которую обещает нам Бог. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.